Дисклеймер. Привет, я третий. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить Лего Бэтмена. Да, как я и говорил, я игру на 100% буду проходить. Сейчас нам надо добраться очень-очень-очень сильно далеко, поэтому, ага, нужно найти автомобиль, который ездит. Как там, на Е назад, на пробел вперед, как это неудобно. Кошмар. Так, ну так, я думаю, мы быстро сможем доехать, правильно? Главное, чтобы... показывали, как можно дальше куда ехать. Так, ну тут ворота. И что я должен... Ага, все, все, вижу, вижу, вижу. Все, видимо, поставили замок золотой, чтобы пока я не получу Супермена, я туда пройти не мог. Надеюсь, это не с двух сторон. Нет, не с двух, отлично. Заходи. Так, и погнали дальше. Так, пока все еще не показывают нам, докуда надо... Он молоток в меня просто кинул, ты видел? Вот охреневший просто. Так, куда налево? Как отвратительно, дальность прорисовки этого направления очень маленькая, очень. Именно на поворотах почему-то, ага. О, а вот и ты, падла, вставай. Он чуть реально не встал. Улицы кишат преступниками, опаснейшие беглецы из психбольницы Архэм оккупировали значительные точки города. Однако многие горожане продолжают жить и работать, как ни в чем не бывало. А деконструкция стойкости, выдержку, которую помогали им преодолеть не один кризис, жители отказались от своих автомобилей и устремились в метро. Самое надежное убежище от... Что? Прошу прощения. Мне только что сообщили о большом взрыве на станции. Горожанам рекомендуется искать альтернативные средства перемещения по городу. Так, метро, автомобили... Какие еще могут быть средства передвижения по городу? Но автобусы это тоже не вариант, ты видишь. Вот всегда поражался вот таким вот дебилом просто. Когда что-то случается, ну то есть ты не спасатель, ты ничего, ты не полиция. И бегут просто обычные жители, смотри, что там. Ну ладно, может посмотреть, может кому-то нужна помощь. Но когда ты видишь, что какая-то хрень опасная, или там неизвестный предмет, который может взорваться, просто бегут и смотрят. Ух ты! Ну, по тебе же это все. Летать я все еще не могу. Шикарно. Супермен ослабел. Да иди ты. Задолбал. О, ты такой слабенький. А сколько криптонит на тебя действует? Его уже сколько раз обжигали криптонитом и вообще ничего. Он нормально ходил, летал и ничего. А сейчас прям смотри, какой слабенький стал. Так, я понял, давай-ка сейчас проходить сюжет, а потом уже будем на 100% проходить. Угу, как я и говорил, потому что вот так вот на 100% слишком долго будет. Так, поезд. И что это? Что это за лазеры были, чуть не очень понял. Так, пошли. Ну, естественно, клоуны на нас напали в метро, конечно. Так, вот это вот собрать я смогу... Но это, скорее всего, Супермена придется звать. О, нет-нет-нет, драться я лучше буду с помощью... Ага, Бэтмена. Хорошо, берем Супермена. А я могу построить? Понял. Понял. Ага, но это, скорее всего, тобой надо. Дай пройти. Дай. О, господи, он еще и прыгать нормально не хочет. А это на себя? Ага, все, понял. Потому что я один раз нажал, и что-то не среагировало. Так, хорошо. Здорово, я понял, но там тоже нужно будет силу применить Супермену. И, по-моему, там красные детали, там нужно будет уже другой костюм Бэтмена использовать. Так, хорошо, сломали, это строим. Да как же ты долго строишь, слушай, да... А, до этого быстрее строил именно Супермен, точно. Но сейчас у него сил нет. Сейчас он всего лишь бессмертный чувак, ну... В смысле, урон по нему не идет. Угу, который стреляет лазером из глаз. И может дыханием замораживать. Бесполезный чувак, конечно. На. О, электрические удары. Вот это прикольно, кстати. На, на. Хорошо, теперь ты... Стоп, там можно было У нажать? Это по персонажу или предмет тут? Наверное, по персонажу. Так, ну у нас вот здесь вот почему заколочено? А ну-ка, там пройти можно? Нет, пройти нельзя. Странно, ладно. А, наверное, догадался. Да-да-да-да-да-да-да.
Так, хорошо, а то огонь потухать не стал, я уже напрягся. Неужели что-то еще надо сделать? Потому что я уже не знаю, что. Да зайди. Господи, он даже зайти не может на маленький бордюрчик. Или парапетка хочешь. Так, все. Ага, оно просто взорвалось само. Ну и ладно. А почему метро не остановили до сих пор? Если вот такое вот происходит, все, метро останавливать надо. Что вы делаете? Ах, прекрати по мне стрелять. Подожди, давайте в воду прыгнем. Опа. А, ну вам плевать, я понял. Подожди. Вот ты, конечно, дрыща. Кошмар просто, ничего не может. О, господи, как ты еще медленно... Че я напрягаюсь, реально? Где ты там? Ага, попал, все. Ну и все, и нечего напрягаться. Так, тут другой костюм Бэтмена нужен. Да, быстрее строить он не стал. Обидно. Так, так. Быстренько, быстренько, быстренько. А то сейчас опять прибегут. Тут, видимо, бесконечно будут прибегать. И... Ага, все, я даже понял, куда бить. Я думаю, я стою, смотрю на робота. Но у робота там ничего нет. Предлагаешь переключаться вот так вот тысячу раз? Издеваешься, что ли? Только не стреляйте, пока я костюм меняю, то это вообще обидно. Давай, так, 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 так. Они еще далеко стоят. Ага, повелся. Зараза, тот стоял, палил меня. Так, и какой мне костюм дальше нужен? Взрывной или электрический? Угу. Но ощущение, как будто этот робот сам по себе как-то действует. Угу. Потому что, ну, током, если его ударили, то, ну, слушай, такое напряжение, кого там, Джокера и Лекса Лютера бы убило, правильно? Да хватит по мне бить, подожди, сердечко, ага. Так, теперь быстренько взрываем, пока к нам не прибежали еще уроды. Недолет. Отлично. С одного удара минус два сердечка, ты что, издеваешься, что ли? Ты как там лупишь вообще? Дай пройти, дай, дай. Понаставили ватных палочек? Хрен пройдешь. Давай так. Надеюсь, у Супермена хватит ума, как тут пройти. О, ну естественно, естественно. Золотые блоки. Сейчас прочистим путь. Так, давай-ка. Дай-ка. Все. Слушай, я же могу переключаться на Супермена и так восстанавливать автоматические сердечки абсолютно все. Правильно? Или нет? Ну, я думаю, да. Я почти уверен, что да. Либо пока мы эту хрень ломали, мы как-то случайно... мы как-то случайно смогли собрать сердечки. Сохраниться и продолжить. Хорошо. Ну, слушай, мы собрали абсолютного супергероя, даже не стараясь. Абсолютно не стараясь. Значит... Кстати, давай проверим сначала. Значит, скоро уровень закончится. Бейте меня. Ага. Вот теперь переключаемся. Нет, на Супермена все. Если мы переключились, все равно сердечки придется собирать. Обидно. Давай так. Оп. Дай пройти. Оп. Оп. Хорошо, собирай. Ну, чуть быстрее стал, но нет. Мне кажется, все так же. Тебе сколько вообще времени надо, чтобы... Ой, выздороветь. И это они сейчас бесконечно будут, да, на меня лезть? Да я не пытался лететь, я просто пытался вылезти оттуда. Так, хорошо, Бэтмен это какой у нас? Летающий, по-моему. Давай так. Да, Бэткостюм летающий, но там стекло, судя по всему. Стекло надо куда-то вот сюда вот применить. Так, ну это скорее всего, чтобы монетки, вот это вот нам главное надо сломать. Ты бы злодей или нет, я просто не помню, что эта коробочка делает. Ой, ты бы не стоял на проезжей части. О, сейчас железная дорога нас как током и ударит. Подождите, пацаны, не бейте, я не могу вылезти. Так, ну с той стороны... А, туда мы можем просто пролететь. Давай, полетели. Ну и все, и в чем проблема? Ай, Супермен дурачок. Что там его... А, он успел отпрыгнуть назад, да уйди ты. Так, и что нам делать? Так, я, кажется, вижу.
Так, если ты все равно стреляешь, в чем проблема по этим двум целям выделиться? А, понял. Не понял. Еще разочек. Подожди, объясни-ка еще раз. Не работает, почему? А, наверное, надо сначала вот так вот сделать. Да-да-да-да-да, переключаемся так. Теперь проходим здесь вот так. Видал, догадался, слушай, молодец. Так, залазим вот так. Подожди, а куда я там должен был запрыгнуть? Во-первых, дайте мне синюю монетку обратно, во-вторых. А, я долететь должен был. Жопу затер. Не надо так делать. Все, я долететь же могу, точно, я забыл. Тут неудобно, что два костюма совместили в один. Ага. И чё? Зашибись, мы еще одну катастрофу устроили. Так, это, я так понимаю, лестница, чтобы этот залез, правильно? Правильно. Тогда подожди, слезь. Почему ты вот здесь ничего не можешь сделать? А, вот теперь может. Видимо, там какой-то блок мешал. Хотя он вообще нам никак не мешал. И чё, толкнуть, типа? Ну да. А, протолкнуть сюда. Это один и тот же, что ли, поезд туда-сюда по кругу катался? Что мы его остановили, и следующий не едет. Как он увидел, что там поезд будет? И зачем? Типа нам туда надо или не надо идти? Ну, странно давать мне Супермена с лазером и ставить типа толпу, которую я, возможно, испугаюсь. Не испугался. А, мы еще не собрали абсолютного супергероя. А что тогда там за оповещение было тогда? Так, ну это Бэтмена все летать, допустим. Допустим, да, потом спуститься, поменять костюм на электрический. Ни хрена себе. Подожди, давай-ка... Так, положи ты его, нахер ты его поднял вообще, а? Да уйди ты. Все, давай, потушим огонь. Так, теперь ты, летучая крыса, давай, лети. Ага. Тут опять какие-то клоуны. Давай так, оп. Ну, почти. Не, все-таки попали, просто мимо как-то. А, давай вот так. Ну, вот эти вот граффити с Джокером, они хоть что-то значат, нет? Ай, ух ты, вот это меня хорошо откинуло, безуронно. Только вот этот падла попал. Хотя, по-моему, теперь одно сердечко, как два. По идее, нам снимают только половину сердечка, но анимацию для этого было делать в падлу. Поэтому нам как будто бы все еще... И что это за дрочь машина была только что? Во-первых, во-вторых, почему я не долетаю? Возможно, мне надо не по диагонали лететь, а просто по прямой. А ну-ка, давай попробуем. Ну, по прямой просто не получается. Но не долетает он. Пацаны, ну я когда лечу, вы хотя бы руку подайте, я вас потом побью. Подождите, но помочь нам не надо. Может, эти граффити значат, что к этому месту нужно подойти этим же персонажем? Как ты думаешь? Во-во-во-во-во. Но они не дают. Ты видел? Эти уроды просто меня сбрасывали, поэтому я не мог залезть. Давай так. Еще ближе, в упор, что ли? Так, залазь. А теперь ответь, нахер ты нужен. Ага, все, вижу. Там золотой предмет. В который ничего не происходит. А как рентгеновские зрения использовать? Я тебе говорю, вот. Это как-то жечь надо, но оно не нагревается. Ага, во, вижу, 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 вижу. Хорошо. Подожди, а что делать надо-то? Это что мы меняем? Не знаю, мы все по одному просто поменяли и нормально. Ладно. Ага, туда мы тоже с помощью Супермена идем. Кстати, отзаморозить можно? Я думал, тут Вот, смотри, видишь? Он тоже застрял, забагался. Вот так же и я застревал, потому что я пройти просто не мог. Понимаешь? Там еще одна, по-моему, фиолетовая монета. Почему так много фиолетовых? Наш, что ли, поймали? Да, смотри, падла, поймал. А смысл, что ты
кулаком бьешь. Дурачок, что? Ух ты! Нахер он кулаком бил? Надо было, не знаю, вот убить и в момент удара раскрыть ладонь, чтобы он нас раздавил. Что ты ржешь? Иди в жопу. Он просто появляется и ничего, не стреляет у нас, ничего. Странно. Да, мне кажется, эти граффити, ну что-то должны же значить. Вряд ли их добавили вот так вот, чтобы я нервничал, правильно? Сидели такие, заставим его нервничать. Не, по-любому, сюда нужен персонаж. Правильно, я не знаю. Да не идет по тебе урон, не ври. Вот это у тебя хлебало, конечно, стрёмное. Так, я вижу, нам рисуют вот здесь часики, и чё? Ага. Но ничего, понял. Ага, во, рука у него золотая. Подожди, не психуй, подожди. Но она нагревается вообще, нет? Да, хорошо. Подожди, все, я с ними разбирался. Все, не злись, мой хороший. Я вернулся. Давай так. Блин, попасть бы тебе еще... Ну, нахер вы мне мешаете, Бэтмен, придурок, уйди. Стал прям передо... Я вам двоим сейчас шею сломаю, а? Олени. Стоят мне, просто мешают. Так, целься ты нормально, вот так. Заколебали, а? Они прям... Ты нахер это делаешь? Ты же видишь, что не получается ничего, а? Игроку не, ну хочешь помочь, не? Все, наконец-то. Так, да идите вы в жопу вообще. Нахер вот так вот сделали, чтобы они постоянно ко мне лезли? Они просто мешают. Стой ты, вот так, все, не дергай камеру. Во-во-во-во-во, идеально. Главное, чтобы эти олени не подошли. Че, ты сюда залезешь, что ли? Да все, жопа вам, пацаны. Да, я очень медленно, как дед, вас разнесу. Ой, да вы мне надоели, я просто зайду внутрь. А чё он едет вдруг? То стоял, дверь поехал. Так, еще одна контрольная точка. Значит, нам еще сколько-то там далеко нужно идти. Зашибись, сохраниться и продолжить, естественно. Плохо, что терминал сразу ломается. Вот это, конечно, плохо. Но это, наверное, сделано, чтобы мы не сохранялись сколько хотим раз. Хотя вдруг мне именно сейчас нужно уйти куда-то. Давай так. Зачем ты это делаешь вообще? Ты же видишь, что я внутри иду. Кстати, как он это видит? Откуда он знает, когда идти? Давай быстрее. Вот это вот голубой блок, что он значит? Это стекло или что? Хрен его знает. Просто голубой блок, который я никак не могу ничего сделать. Переключись, он еще переключаться не хочет. Я что, внутрь упал? Да, я внутрь упал. Давай потушим огонь. Хорошо. Так, пацаны, вы задолбали, нате вот так вот, поняли? Бэтмен, там это... Пригнись, когда я включу лазер. Слабе... Да я и не... Вот сейчас я даже ничего не делал, чтобы он летел. А, это можно было сломать. Но это не те синие блоки. Вот прикольно, да, сейчас? Я даже вообще ничего не собирался делать, они... А, понял, да все, да я понял, что вы истерите-то сразу, а? Там и роботы пытаются пройти, но они тут очень тупые и не могут пройти. Не-не-не-не-не-не-не. Давай так. Так, хорошо, теперь давай ты, силач у нас. Так, дай пройти. Ну, отрывай. Хорош, он стоит дует, а? Ты что, издеваешься? Он перекур себе просто устроил. Такой... Пацаны, подеритесь пока. Так, а пройти можем? Да, можем. Не, один раз это необычно. Два раза хорошо. Три раза уже задолбали. Четыре раза уже напрягает. Пятый раз это уже идите в жопу. Вот почему... Вот на чем они вот здесь вот застреют? Вот смотри, сейчас Супермен тоже начинает падать. Из-за чего? Они там спокойно могут пройти.
И что он сделал? Быстрее поезд начал ехать? Спасибо, молодец. А то-то мы торопимся, да? А чё вы... Извините, сорян. А им чё, вообще ничего даже не скажут? Супермен же у нас такой хороший, а на желтой части платформы нельзя стоять, потому что это слишком близко к поезду. Когда поезд проедет перед тобой, тебя ветром затянет, и все. Секир башка, понял? Так, ну, все, давай сейчас просто побегаем. Влево чуть-чуть, вправо чуть-чуть. И, если мы в городе будем. И... каких-нибудь пару персонажей спасем. И, кстати, мне сказали, что да, весь город в конце будет без преступников. Но мне принципиально, чтобы не весь город сразу же, а местами, где мы очистили. Вот это вот. А что он там делает? Он пальцы сосет? Купол какой-то. Вот обожаю вот эти вот пролеты. Камеры нахер не нужны. Просто полеты ради полетов. Вот ну зачем и что? Сразу переключиться нельзя. Ну или хотя бы по прямой лететь. Давай послушай. Нас в одно и то же место, что ли, ставят? Во, вот здесь кто-то... Вон, вижу. Правда... Вот, help me должен кричать, а он иногда help кричит, поэтому тяжело понять. Во-первых, я вижу тут прыгающие объекты. Сорян, я не специально, я хотел их сломать, но не сейчас. Да, хорошо, житель в беде. А как понять? Тут же пишут, сколько жителей надо спасти, правильно? Не забывай, что некоторые жители еще у нас на уровнях. По одному или по два, я не помню. Иди в жопу. 11 из 50, ну неплохо, уже половина. Давай так. Так. Вот. Ну, видишь, опять из-за того, что объект лежит, я не могу по тому дереву попасть. Да пошел в очко. А, то есть он может быстрее бегать, да? А че он тогда не бегает? И ты в жопу вообще. Пока загрузка, я не могу ничего сделать. Да и сейчас я ничего не могу сделать, задолбал. Падла. А я тебя купить могу? Ну, давай купим, а че бы нет. Видишь, Ридлера. Ридлера, не Ридрера. Ридр. Да, там, короче, не две Р, а после ДЛ идет. Не две... Тьфу. Ты понял, короче. Не после... Не две Д, а после ДЛ. Да, это тот же самое место. Нас просто назад закинули. Зачем? Так, у нас тут кружочек почему-то есть. Это от камеры, наверное, да? Типа, луна светит, и понятно. Два брата-дегенерата. Куда вы бежите? В стенку? И что, пацаны, получается, не? Давайте я с вами пробегусь. А я смогу, а я могу. Они даже в тень не могут забежать. Опа, услышал help me. Help me. Где? Так, я слышал еще слева, но, по-моему, где-то вот здесь. Где-то еще вот здесь вот. Может, на крыше где-то? Мне кажется, где-то на крыше. Потому что вот здесь вот мы пробежались, либо вот здесь вот, но тут суперменом тогда надо залететь, а мы не можем. Вот, я слышу несколько help. И будем вот так вот в конце выпуска, ну, парочку человек просто спасать и все. И в конце будет быстрее все остальное собрать. А, это ты. Давай. Да подожди ты. А я не могу. А как? Да подожди ты. Во, нашел. Смотри, что за человек нетерпеливый? Дай помогаю тебе, задолбал. Хлебалок исправь. Во-во. Стоит такой. Ну, меня спасли. Ну нет, ну это ну нечестно абсолютно. Я не могу двигаться, пока сохранение идет, и плюс следующие несколько секунд, а меня в это время лупят, нормально? Вот я слышу, help me орёт, где? Где ты, падла? Чё ты орёшь? Скинь геолокацию. Ты? А чё ты заледеневший? Я вообще не вижу, где я. Можете камеру повернуть? Падла. Подожди, так.
Ну вот, а как тебя разморозить-то? Ну, я разморозить тебя не могу, я могу тебя побить, устроит. Ой. Ну, предположим. О! Жители, то, что я его лазером сжег, это ничего страшного. Зато мы его спасли. Так, мне еще отметили разные цвета, это на карте. Это показывает, где что можно. Золотые кирпичики, там задания и все остальное. Карту вот так. Мы с тобой, где-где-где-где, там, где стрелочки, вот. Сканирование. Да, их достаточно много, но почему не просматривается эта часть карты? Наверное, вся карта разблокируется, когда мы пройдем всю игру. И учитывая, что сколько мы, около 15 или 20 миссий прошли, то, скорее всего, уже скоро все откроем. Так, я слышал где-то справа, help me, но очень тихо, значит, он где-то супер далеко. Надо примерно по направлению к миссии идти. И надеюсь, где-то там же и сохранят нас. Так, пока. Ну, город, честно говоря, пустоватый. Для того, сколько тут всего понаставить можно. Сделали слишком большой город. Либо контента мало для этого города. Пока никого. Что-то очень... Да уйди ты, сорян. Это роботы или что? Что-то у тебя нездоровый цвет лица. В больницу сходи. Кто тут орет? Так. О, help опять. Только уже очень четко было. Да-да-да, вижу. Сейчас смотри, с разбегу нападло. Все, хорошо. 37. Ну и давай еще одного найдем где-нибудь человечка. Ну или... Ну да, мы же жителей спасаем. Либо прыгающие объекты найдем. Через карту искать пока что нет смысла. Мы бежим в сторону миссии, а там уже... Пошел в жопу. А там уже сориентируемся. Не слышу. Мне нравится, как асфальт тут отражается. Прикольно. Так, ну мы в темных подворотнях. Тут должно быть много преступлений. А пока единственное преступление здесь, это плоские стекла. Пока только боевая музыка. И Супермен, который летать не умеет. Только не говорите, что я в тупик бегу. Нет, тогда все, на этом хватит. Во, слышал где-то слева, вот здесь вот где-то. Да все, не ори, я уже близко. А дед, а, тебя опять жрут. Да задолбали, чё вы к ним вообще подходите? Вы не видите, что, ну, как-то опасная хрень. Понятно, ты нам нужен. Супермен, конечно, пуляет лазером из глаз, но почему-то с растением справиться у нас не сможет. С домашним кактусом. Ага. Ну и все, идеально, 17%. Ровно, нет, ну хватит, ну... Ладно, сейчас этим только клоуном грим поправлю. И Бэтмену заодно, чтоб не тупил, падла. На этом все. Можешь подписаться на канал, чтобы не пропустить следующую серию. На этом все. Скоро увидимся.